Короче, день сурка. Едем опять в гараж. Опять в гараж, опять в бокс. Так, сразу скажу, кто... У кого слабое сердце, не смотрите, и кто маляр, не смотрите это видео, пожалуйста, чтобы не было гневных комментариев. Короче, купил краску, чтобы покрасить металлические грили. Ну, в принципе, я их заказал, чтобы удешевить. Температура двигателя 61. Двигатель. Чтобы удешевить их цену, я, короче, заказал просто, мне нарезали их. Отверстия сам сделал. Вчера зачистил их, ну так, более-менее, до металла. Загрунтовал и замыл 800-й шкуркой с водой. 65. То есть подготовил, можно сказать, под покраску. Красить буду... Блядь, не найду, наверное, уже. Короче, увидите, сейчас увидите. Буду красить в розовый цвет. Вот такой розовый цвет. Флуоресцентная краска, но не которая светится. Светится она, блин, 600 рублей, не факт, что она будет светиться. Она 280 рублей, она, короче, отражается. Будем, короче, на нее, ну, ей красить. Гаишники, пидоры. Короче, грунт, краска и... Грунт, краска и лак. Ну, сейчас, в принципе, увидите процесс. Ну, в принципе, я уже грунтовкой их облил вчера. Может, фотографию прикреплю. Просто подвесил. Сегодня не буду подвешивать, сегодня просто положу под ней. И сверху. Потому что, когда подвешиваешь, ее вокруг нормально не облить. Надо ее по лицевой стороной, а я просто вдел. И получилось немного не так, как я хочу. Так, ладно, приехали, короче, уже что-то быстро приехали. Сейчас пойдет жара. Че? Грили? Да. Нихуя себе, блядь. А может, их так прихуяли? Я хуй знает. Дырки просверлить. Судя, как я перетянул обшивки, так, блядь, можно эти не красить. Это хуже не будет выглядеть, нахуй. Давай, Саня, разбирай крышу. Сделать мне больше. Будешь показывать, как зашумел. 5 листов ёбнул. А здесь штатный, и здесь осталась штатная нахуй хуйня. Два, два слоя получилось. А впереди. Че два слоя? Три слоя плюс еще полосы нахуй. Ёбну. Четверки. Да? СТП. СТП, да. Двухкомпонентная. Ну там двухслойная, один мягкий, второй. Она вообще жесткая, или она вообще жесткая? Жесткая вообще. Другая. Она как там премиум какой-то нахуй. Я пол катал четверкой, там, короче, два слоя, один мягенький, а второй жесткий. Нет, типа она, там. Она вся жесткая, блядь. Вся жесткая. Видишь, блять. Можно на крыше плясать теперь? Да все равно чуть-чуть есть, блядь. Че? Так ты говоришь, здесь у тебя штатная. Эска сломает, да? Ой, нихуя не сломает. А, короб, что у тебя, блядь? Зелёнок не хватит. Эду, сам-то ждёт восстановление-то. Чё? Сам-то ждёт восстановление. Бля, Лёша, а ты чё сигнализацию-то хорошую выкинул? Пандору? Я не чё ты сделал? А, Пандору-то, да. Аккуратно сложу. Это, чтоб в проводке разобраться. Я, кстати, фары доделал. Блядь, Саня, пиздец ты лохан, ёпта. Чё? Ты, блядь, чё пилки-то не вытряхнул, нахуй? Я это ещё, блядь, не собрал же, нахуй. Пылесосом потом всё тут вытащится. В смысле не собрал? Он тебя собран, ёпта. Ну чё, я, блядь, пылесос засунул туда, только залази, пылесоси смело, блядь. Я же подготовил дыры, всё это. Самое интересное, мы двенашку стягиваем, блядь, чуть ли не каждые 5 сантиметров, а восемнашку-то каждые 10, нахуй. Почему? Да, хватит, нормально. Вполне, да. Да, хватит, да. Я же клеем еще ебнул. Все это сверху даже. Ну так, блядь, само собой. А, всю крышку? Да. Здесь вот, смотри, проклеим. Блядь, пилки, конечно. Клеем, блядь, а там внутри саморезом еще заебим, чтобы труба вот. Кстати, у тебя труба сейчас уже получается около 40 сантиметров. Тебе просто сверху раскрыв сделать и все. Бля. Если получится. Ну получается, лежит сейчас трогай. Это мой. Ну ничего, Саша, потом всю трубу нахуй скатаем.
Трубу по-любому не надо будет покупать. После 4 приехать. Я вот думаю, стоит ли на децибелую, блядь, покупать трубу, нахуй. Или на 200 сделать. Да, 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 не, не, не. Я не, думаю, вообще 2 по 160. Сотки ебут, нет? Нереально. У меня высота маленькая. Если 2 пятнахи. Да? У меня высота маленькая. А, у тебя 2 двенахи? Да. Тогда если 162 делать. У меня высота маленькая. Как я их запихну-то? Нагребем нахуй. Выпилим, да. Нахуй болгаркой нахуй. Покажи дырку. Высота короба маленькая. Ну? Как я 2 160-х трубы запихну? Блять, у тебя никуда будут смотреть? В салон же? В левое крыло. Две башки. Не, бошки-то в салон. Ну? Ну. Блять, у тебя по длине что, не хватит что ли? Я тебе не про длину. 160, ну, 160-я. Да. У меня высота короба будет примерно 35 сантиметров. Вычитай две стенки, это 30, 32 нахуй. Ну у тебя не две стенки, это лицевая будет. Саня, блядь, не еби мозги нахуй. Мне нужно сделать две дырки 160-й минимум. Ну. Это уже получается 34 сантиметра. Как эти 34 сантиметра, я тебе чую, блядь. Почему 32? 16 плюс 16, сколько получается? Ну похуй, 32 даже. Это, блядь, тютелька в тютельку, нахуй, трубы. И они, еще между ними нужно расстояние. По-любому не сделать 260-х. А высоты мне больше не набрать из-за пола. Мозги не еби, 250-ю поставлю, да и все. 250, много будет? Не знаю. У них подвига тяжелая, так, в принципе, им похуй будет. Ветра больше не будет. Не факт. Площадь решает. Не, ну в принципе. Короче, не бойся. Почернела печка. Сейчас Саня порежет, будет хлопать. Алпай, да? Да. Какой? 92-й. На динамик наклеил. Да, он динамик заклеил. Дырку задел. Видеорегистратор. Видеорегистратор? Да. Ну, новейшего поколения. Регистрирую все события, да. А есть там этот покачка? Watch this! Что есть? Там-то есть? Да, вот. Нормально? Сука, пылесос хуёвый. Бля, Лёша мою любимую Nexia делает. Не, блядь, немножко не то. Я уж думал, сейчас заеду, блядь, на зарядку поставлюсь. Прохожу деревни, я не вижу зарядки. Нихуя. Че, опять прикуривался? Вчера, да. Так я этот, приехал же, да, ты меня прикурил? Мне тут один газелист, блядь, нехороший. Как учили его в школе Десафт. Дал мне медную смазку. На, говорит. Я, блядь, наебал нахуй на этот. Ну, контакт почистил. Наебал этой фигней. Она не только проводящая. То есть у меня. Я ездил тупо, у меня зарядка не шла вообще по ходу. Еще? Да, от коррозии получается. Лёг, лопнул немножко. Так это она насрать. Она не только проводящая. Она же почему она лопнула? Потому что дырки надо сверлить. Я сверлил, потому что на 6 нахуй заебил.
Это поди эти мои от этого, ну, от патриотов. Я бегал в магазин уже, блядь. Ага. Все? Эти купил, да? Что ты делаешь? Да эти под болты-то, блядь. Ну, закладные гайки называются. Да я хуй знаю, как они называются. Пресс-гайки, закладные гайки, как-то еще там называют. Как Леша называют еще? Фу, блядь. Забивные. Забивные, да. Вот. В каждом магазине по-разному называют. Ну что, сколько там? Так еще глубину уйдет у меня, вот так вот сейчас затяну, оттяну. Не, так достает вообще? Достает. Так сколько там есть? Так, блядь, дай потрогать. Блядь, нормально. Тут еще вон сколько его зайдет. Как раз должно хватить. Сейчас паровоз заедет, нахуй. Я, знаешь, что думаю, может трубой сюда закинуть пока? Нет? Или ты сразу хочешь в ту сторону трубой? Да хуйня, попробуем. Сейчас все испытаем, нахуй. Проверим, как вообще будет, нахуй. Как будет? Сейчас просто ляжет, нахуй. И все. Давай, нахуй, закинем. Хотя, че он ляжет? Детский весна, Андрюш. Че, разворачивайся или как? Так ты смотри, как тебе надо. Давай разберемся, наверное, или че? Или давай попробуем, как ты хочешь. Нет, я просто предложил. Если хочешь так, давай так. Сейчас она сейчас снимает, ну, давай, да? Нет, туда. Снимает сейчас все? Че? Снимает. Так? Нет, вот этой хуйней туда. Попробуем, нахуй, что получится. Бля, подожди, чего там не убрал? Мне нахуй не пройти начнет. Широкоугольная? Широкоугольная, да. Борис. Да. Давай. Проси головку на 10, ты брал. Я брал ключ на 10, и я его положил. С трещоткой ты не брал? Нет, с трещоткой я не брал. Саня, ты проебал. О, блядь, пальцы. Так это... Блядь, давай. А, тебе не за что сказать. Идеально, ёпты! Еще место, блядь, можно было шире делать короб, нахуй. Можно было еще больше короб делать. Ты, короче, закрой багажник и его подвинь туда. Подожди, посмотрим. Тут плита влезет, ёпта, со свистом, нахуй. Чё идеально! Там? Давай, Андрюх. Чё там у нас с этим? Блядь, рулеточка ушла. Бля, ёбаные короба тут, нахуй, мистери, блядь. Вон Андрюхе продашь. Блядь, ёптать. Ты ни в один класс не пройдешь, даже если трубу, я хуй знает, куда запихать, блядь. Придется нахуй, трубу еще пилить, нахуй. В смысле? А, еще хочешь пилить? Укоротите, да? Сантиметров, блядь. Пять надо оставить. Нет, ничего. Ну, и этот, у тебя багажник уперся. Короче, все. Ни туда, ни сюда надо. Ну его закрепить надо, просто будет нормально. Ну, короб. Почему же не ходит? Ну так вот, во! Да, он повседневщик, можно срать на все классы. Он нормальный пацан. Только что, кто сзади будет сидеть, будет... Давай, ну-ка, складывай, не бойся. Будет подвержен этим, блядь, сексуальным пыткам, нахуй. Блядь, почти села на место сидения, ёпт. Не, этот, 90 градусов, потому что спина нормально держалась. Хуйня? Нормально, ёпт? Нормально, так немножко колбасить будет. Не помню, как, Массаж Паш... халявный. Да? Как Паша сказал, нахуй, я сзади не езжу. Халявный массаж будет, нахуй. Чё, вообще идеал. Я не понимаю, вы о чём вообще говорите? Почему у меня класс не подъехал? И плита влезет, вообще идеал, просто идеал. Мечта не Саниных. Только вот единственный минус то, что... Андрюх, забей, а? Да, блин, объясни, не оформление короба выше остекления. Ну, считается вот остекление вот задней двери, да, вот он выше его. Поэтому он в другом классе. Хотя у тебя сзади нету остекления, пошли все нахуй. До стекла не достает. А что по этой? Ты говоришь, сейчас тут будешь отпиливать или вытащим? Да, вытащим. Вытащим нахуй. Сфоткай этот, в группу ты скинешь. Сейчас. Здесь аккумулятор, знаешь? Здесь аккумулятор, усилитель. Здесь вообще аккумулятор, усилитель. Блять, столько нагребли, блять. Может чуть поменьше даже было сделать. Так еще, блядь, 200 литров. Ты еще этих баклажек туда накидаешь. А там получается... Сделай сейчас массу. Если не пойдет, то придется кидать один хуй плюсовой придем. Ну что, я знаю, ему позвонить, сказать. Так что сказать, так, блядь, сделай нахуй. Так у вас что, плюс-то вот это? Да плюс тут хуй просышь, что тут есть. Все, что-то шалдар-балдар, блядь. Шайтан машин, нахуй. Так, померить вольтаж на аккумуляторе? Вольтаж мерили. Сколько? Мерили. С генератора 14,5. Нет, сколько сейчас вольтаж? Вот. Блядь.
Не, сейчас-то что там, 12,5? 12,5 заряженный аккумулятор. Ну, даже это мой стоит. Это его. Его стоит, Лешин. А у него стоит тоже ивошний. 12,5 тоже показывает. Но при этом зарядку не дает нихуя. Понимаешь? Mm. Поменяли, Гена стал выдавать зарядку. А с тем аккумулятором, вот с этим, мутлу, блядь. Пойду, запашу еще. Мутлу или модла, блядь, хуй знает, как она называется. Мутлу, это ебись компания. Да? С этим... Тут даже еще пленочку. С этим... Как новый. С аккумулятором нихуя не давал зарядку, представляешь? Чего? Сейчас 14,5, Леша говорит, вот он берет, мерит на Гене, 14,5 выдает. Почему такая хуйня, не знаю. Управление, может? А, генератор выдает. Да, на сайт пошли. Нормальной темой заниматься. Нахуй эти генераторы дают. Ты музыкант, хули ты там генераторы, блядь. А в музыке даже генератор влияет. Че, будет ветер с восемнашки, ёпта, нихуя не будет, ёпта. Хули эти восемнашки, хуйня, ёпта. Ни о чем нахуй. Ни о чем восемнашка. Одна восемнашка, ладно бы две. Нифига ты дал сразу. Только что не 6000. Покажет уроки мастерства. Ты, бля, мимо дать, хули ебаешь-то? Блядь, кислотный, заебись. Первый слой немножко. Блядь, Саня. Да хуй знает, как вот его ловить, я ебу, что нахуй. Так, блядь, первый раз. Вообще первый раз делаю так. Да мне вообще похуй. Зеленая она будет в Африке зеленая нахуй. Угу. Кислотная и будет кислотная в Африке нахуй. Блядь, все, кислотный это мой цвет нахуй. Да хватит, ёптать, пускай выходит. Да нихуя, я сделаю по-своему нахуй, я не русский. Ну давай, Саня. Самарский, блядь. Все, кто хоть что-то понимает в малярке, блядь, уйдите от экранов нахуй ваших телевизоров, блядь. Так, края не прокрашены будут. Так, я так сейчас. Дай хоть чуть-чуть. Главное, лицевая дай просох, сторона. Дай просохнуть-то ей, блядь. Лицевая сторона главная, остальное похуй. Блядь, уже тут все нахуй, да. У тебя, сука, ты видишь, не зашлифовал, у тебя ровнее легла, чем у меня. У тебя железку не видно, у меня, сука, по железке хуево получилось. Бля, чудо, аж цвет такой, так аж в глаза бьет. Зеленый? Ну, не зеленый, он розовый. Мне он тут, блядь. Чё, Саня, как делал-то? Сначала загрунтовал. А, сначала что там? Зашкурил, загрунтовал. Ты чё нахуй не шкурил?
Где палы курить еще? Заебало нахуй же. Времени до хуя уходит на эту хуйню. Че, дашь отдохнуть? Я хоть чуть-чуть-то, блядь. Тигудя, кстати, пуль не поднимается. Что-то больно говорит, ты что чутко все делаешь-то? Нормально, еб. Покрасить сейчас все. Сейчас залью нахуй в 10 слоев, ебаный урод, и все нахуй. Чтоб потом кусками отваливало. Как раз руби-то шлепать будет, так. Проверим, пиздатая краска или грунт хороший или нет, нахуй. Если отвалится хуевый грунт, значит. Краска должна быть такая, что как бы ты ни покрасил, да, она, бля, легла нахуй. Держалась. Блин, что это пиздата, блядь? Так моя идея, так конечно, пиздата. Так ты, блядь, нахуй красил туда. Че? Ты где-то да, покажи нахуй, цвет-то там. Я показал уже. А, показал? Ну это, блядь, для этой, для дочки, для жены. Ну, ты скажешь, черепа хуевая. Бля, так розовый черепа и куча скажешь. Красивый. Вот что надо, употребляй, когда главное в гараже работаешь. Вот реклама, блядь, оболочки. Вот на что употреблять. И все, вся мазь сразу идет, ёпта. Чебупели. Чебупели, пивасик. Ну, а расскажи про аккумулятор лучше. А, аккумулятор пиздатый. Новый аккумулятор, блядь. Не заряжается, еще и генератор спалил у пацана. Мутла. Мутлу. Ну, мутлу. Мутлу, мутлу. У меня такой булок долго работал. У меня, блядь, он, видишь, он хуй на что с ним вот. Почему он так вот, блядь? Катушка этого нахуй. Генератора пизда пришла нахуй. Обмотки. Ну обмотки, да? Катушки. Саня, а ты где это видео не брал? Ты меня? Да. Все. Ты где его взял? Он сломался. Ты где его взял? Подсветка ног? Да, да. Мутный, да. Блядь. На ком он у тебя моргает вообще? Нахуя сломался? Он сам сломался, я не трогал его. Я тебе сейчас еще больше скажу, Леша, тебе сейчас еще и колпачок забить за этот. Замнет какой-нибудь. Да я шучу. Вот так вот и электрики. Не, не электрики, машины, блядь. Установщики. Установщики сигнализации, блядь. Ладно, нахуй. Шутники из дома пионеров, блядь. Что, Лёш, скажешь, лайфхак по установке сигнализации? Самое главное, что надо знать? Надо начинать с чтения инструкции. Чтение инструкции? Да. Снять минусовую клемму с аккумулятора. И этот, и замотать эту хуйню бобинку, да? Да. Как в этом. А потом катышок смотал нахуй. Катышок, да. И проводочки. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. 3 часа машина готова. Слышал, 3 часа машина готова. Это теоретически. Уже чувствую гневные комментарии, блядь. Заебись. Зато плавно. Вот это. Сыграть, знаешь, как шашки. Шишел, мышь. А у него эти другие динамики. Мне не подойдут его. А решетки одинаковые. Самое интересное, что ему самому свои сетки не подойдут. По дыркам. Шишел, мышел, взял и вышел. Розовенький, да. Я и даю ты. Надо эти двухсторонние было сделать. С одной стороны розовая, с другой зеленая. Хотел, перевернул. Не забывай, Саня, что ты еще лак будешь ложить. Я не забываю. Саня, с меня привычку взял, никогда ничего не забываю. А то свои уже, чувствую, блядь, зашкаливают. Нормально. Вот я тебе сказал, у тебя края не прокрашены, блядь, ты хуяришь, а у тебя вот край серый. Как бы тебя понимаешь, что тебе до пизды. Сейчас пройдем и все это, не переживай. Пройдите. Ладно, все. Люди отдохнут от этого маразма. Да не, заебись.